Продолжаем выпуск. Наш Ленинский район – самый быстрорастущий на территории всей Московской области. Строятся новые жилые комплексы, заселяются целые кварталы счастливыми обладателями квадратных метров. Однако такие темпы урбанизации предполагают строгое соблюдение элементарных правил общежития. О том, как жить вместе дружно и счастливо, жителям Новодрожино напомнили сотрудники Госадмтехнадзора и активисты движения «Молодая гвардия». А цель сегодняшней акции состоит в том, что донести до жителей, ну, добросовестных жителей, что они могут обратиться в полицию, Госадмтехнадзор, если, так сказать, соседи шумят в неположенное время, и, так сказать, донести до недобросовестных соседей, жителей, о том, что закон о тишине существует, и за нарушение его грозит штраф. По словам сотрудников Госадмтехнадзора, время тишины в наших квартирах с 7 вечера до 9 утра. В эти часы нельзя шуметь и тем более производить ремонтные работы. Но, как выяснилось, в процессе общения с жителями района соблюдают это правило не все. Дело в том, что бывает у нас и в 11 часов просверлят. И, ну, это можно же сделать днем. Ну, конечно. И тем более район молодой, здесь практически в каждой квартире маленькие дети, они спят. В назидание тем, кому, как говорится, закон не писан, штрафные санкции в этом году были ужесточены. Было принято изменение в закон Московской области о тишине. В нем ужесточили отношение к нарушителям тишины. Теперь увеличены были штрафы. За первое нарушение от 1000 до 3000 рублей штраф. Вторичное 4, и в третий раз, если нарушается тишина, штраф составляет 5000 рублей. Молодогвардейцы и сотрудники Госадмтехнадзора еще раз напомнили жителям о необходимости уважения своих соседей. Правила и санкции за их нарушения были изложены в памятках, которые вручали жильцам лично в руки или опускали в почтовые ящики.